Привет, зритель. Мои парфюмы на июль очень маленькие. Я сначала хотела их объединить с видео моего ухода на июль, но потом решила, что ну пусть будет. Оба от Avon. Смотри, как много я заюзала. Это Avon Scent Mix Sparky Citrus. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Он мне очень нравится. И что-то у меня так пошла такая тема, что я пользуюсь постоянно какими-то определенными духами. Даже если у меня там заявлено было на этот месяц овер дофига каких-то, в основе пользуюсь я вот двумя духами, вот этими, и вот они до половины, даже больше, чем половина, использованы, очень мне нравятся, напоминают вербену Арты Фраше, одеколон, кенийская вода с ятостью. У меня, по-моему, даже есть вербена от кого-то из вас, дорогие подписчики. Но вот что-то как-то у меня рука потянулась к этому флакончику, он у меня стоит, я выхожу на улицу и прыскаюсь им, иногда дома, чтобы хочется вкусно пахло, иногда просто помещением прыскаю. Обалденный аромат, спасибо тебе, Лёлечка, очень классные, мне очень понравились. И вторые тоже от Avon, это мне дарила в свое время одна моя бывшая подружка из Ярика, Avon Mesmerize Black. У меня был такой аромат, я отдельно когда-то его покупала, даже отзыв писала на Арике, если интересно, гляньте. Я снова стала вести свою страницу на Рекоменде спустя 6 лет. Не писание отзывов. И вот летом чуть более прохладная погода, дождик там какой-нибудь, холодный ветер, ну, бывает такое. И он для меня очень хорошо пошел. Он такой сладенький, он каждый раз открывается для меня по-новому. Когда с перчинкой, когда таким вот нежным ароматом, когда еще как-то, когда унисексом каким-то. И вот сейчас он открывается для меня как-то сладко. Не сильно сладко, ну, не приторно, но сладенькое. Я им пользуюсь, когда более прохладно на улице. Очень мне нравится. Спасибо тебе, Ленка. Ну и я не знаю, производит их еще Avon или нет. Вот у меня всего лишь два ароматика на июль. Как-то вот так получается. Как-то я схожусь к тому, что надо использовать только одни или двое духов. Ну, может быть, у меня на август будет как-то больше, или может быть, даже в июле я буду пользоваться чем-то еще, но вот как-то у меня сходится, что я или этими, никакими даже спреями в этот раз в последние дни вот не пользуюсь, я поняла, что как бы вот эти два очень даже мне идут, и ничего другое не хочется. Всем спасибо за просмотр, если вы пользуетесь чем-то подобным или чем-то иным на июль и вообще на лето, дайте знать в комментах, будет приятно почитать, я всем поставлю сердечко, неважно, что вы напишете по теме видео или нет. Если хотите поддержать канал, где-то тут будет облачко, а также есть ссылка в инфобоксе. Если не подписались еще на канал, то подпишитесь, мне будет приятно, если моих подписчиков станет чуть-чуть больше. Если понравилось видео, поставьте, пожалуйста, пальчик кверху. Нажмите на колокольчик, если хотите получать уведомления о новых видео. Всем спасибо и всем пока!